Ну какая красота. Новая длина. Облегченная. Чуть поиграли. С цветом. Устала я от длинных волос. Хочется какой-то такой легкости. Думаю, может быть, еще чуть-чуть покороче. Или такая длина хорошая. Так, ну что, вы все прекрасно знаете, что в свой день рождения я была в Минске, затем мы полетели в Питер. 22-го я играла там спектакль с аншлагом. Вот, поэтому не могла в Москве тоже не собрать своих самых-самых-самых близких, чтобы чуть-чуть перед моим длинным отлетом побыть вместе. Вот, еду на ужин. И мужчины красивые. Очередь из мужчин. Спасибо, что ваза сразу, чтобы я не мучилась вечером дома. Сказали, у тебя много вас. У меня много вас. Так, ну что, я по традиции ничего не снимаю, потому что у нас такие тут беседы семейные, дружеские. Спасибо большое за такое количество цветов. Сонечка уже поехала все расставлять. Семья, друзья, это очень важно. Я соскучилась вообще-то. Один день не виделись всего лишь. А скоро будем долго не видеться. Ура! Это я должна. Моя любимая, с Новым годом! Вот и мой подарочек пришел, он на тебе! Ой, подарок для меня принес! Под твои глаза, просто идеально! Не, ну мы такие. Слушай, я там приставал. Я человек не злой, не скандальный, но если разозлить меня... Пух и перья полетят! Так вот! Я села к папе на ручки. Давай, как в детстве. Как маленькая. Люблю тебя. Да? Да. А я? А ты? И я. Надо же. Такой красивый торт от любимой чайки. Спасибо большое. Боже, сколько я свечей задула. Пусть все желания исполнятся. Любовь. Со всеми праздниками, с днем рождения. Спасибо. Спасибо. Любимый ресторан, спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Как приятно. Помогите, пожалуйста, спасибо.